Свободных мест на концертной площадке Струковского сада не осталось еще до первого взмаха дирижерской палочки. Впервые в Самаре звучит молодежный русский оркестр «Поволжье». Это редкость для нашей губернии, потому что вот те оркестры народных инструментов, которые у нас существуют, они в рамках камерного в основном состава где-то до 30 человек. А сегодня вот два оркестра, это сдвоенный состав. И, конечно, это мощь, это совсем другое звучание. Пойти на эксперимент и объединить сессии джазовой музыки и русских народных инструментов было решено в честь 20-летнего юбилея молодежного симфонического оркестра «Поволжья». Музыканты, а это в основном студенты из учебных заведений искусств из нескольких городов России, прошли жесткий отбор. Им предстояло не только разучить множество композиций за короткое время, но и научиться чувствовать партнера. Да, это чувство локтя, это нужно чувствовать коллегу, где-то уступать, где-то наоборот быть лидером. Поэтому вот договариваться друг с другом не без слов, а взглядом, да, это может быть даже вот поворотом головы, там еще как-то. Да, ну вот, то есть быстро сыграться это достаточно непростое дело. Но они это сделали, в общем, практически за неделю. Для студентки Самарского института культуры Алисы Монаховой-Седовой выступление с таким большим коллективом, а в нем собрались около 70 музыкантов, стало дебютным. Я думаю, что для нашего самарского зрителя это будет что-то новенькое, потому что все привыкли видеть русский народный оркестр как-то более академического, да, с академической стороны, а мы сегодня покажем и эстрадную композицию, и более традиционную, фольклорную. За каждую композицию самарская публика благодарила музыкантов бурными аплодисментами. Я рада, что музыка выходит все чаще и лучше на открытые площадки, потому что, конечно, летом в Самаре нужно ходить на открытые площадки, слушать прекрасную музыку в исполнении лучших музыкантов, опытных и молодых со всей страны, ну и, конечно же, получать удовольствие. Впереди у музыкального коллектива еще два концерта в Тольятти и Ульяновске, где оркестранты выступят с разнообразной по стилю и жанру программы. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.